Всего в 3 километрах от МКАД, один из лучших домов на Горьковском направлении. Здесь точно у вас не будет депрессии. Так что досмотрите до конца. Камень. Есть образцы. Очень светлый дом. Газовая же нагревается мгновенно, и эта поверхность не нагревается ни в коем случае. Пойти пробежаться в лесу. На участке огромные мачтовые сосны. Она сейчас в лучшем виде. Я уверен, вы составите отличное впечатление. Можете за это меня поругать. Преимуществ здесь масса. Назову главное из них. При том, что участок абсолютно тихий, поселок Камерный находится в окружении большого лесного массива. Здесь есть калитка в лес. При этом лес не как, например, в Малаховке, да, где у вас на участке огромные мачтовые сосны, небольшой ветерок, и ночью вам страшно спать, потому что деревья скрипят. Здесь такого нет. Здесь огромный лес, но он на небольшом отдалении, да, то есть близко к дому здесь только небольшие деревья. И вот при всем при этом, при этой камерности, тишине, при близости леса, также очень близко находится городская инфраструктура. Буквально 5 минут мы проходим от КПП поселка, поселок охраняемый на минутку. И, собственно, здесь все. Школы, садики, магазины, супермаркеты, поликлиники, все что угодно. Метро также недалеко, но до метро нужно проехать на маршрут. Здесь центральные коммуникации все. Здесь трехфазное электричество, здесь магистральный газ. Здесь 2 отопительных котла в доме, плюс еще в гараже отдельное газовое отопление. Здесь центральный водопровод, общая поселковая скважина глубиной 140 метров. Здесь в доме даже не нужна водоподготовка, да, вода отличного качества, сантехника у вас будет в лучшем виде. Она сейчас в лучшем виде. Дом на сегодняшний день за ту цену, за которую мы предлагаем его сейчас, он полностью укомплектован. Состояние ремонта отличное. Ремонт сделали всего 2 года назад, даже меньше 2 лет назад, и домом практически не пользовались. И что немаловажно, ну, дом действительно эксклюзивен в плане близости к Москве. То есть дома с таким наполнением в таком месте просто нет. Звоните, записывайтесь на показ.